меня он как бы не интересует. Так что сейчас буду отключаться, чтобы на ветер, наверное, сильно шумно микрофону. Сейчас поедем мы дальше. Пусть он пасется до следующего года, скорее всего. Скорее всего, начали кабанчики опять свое движение по кругу, видимо. Сейчас вот шо, вот у меня ворон стоит. И вот они тут перерыли. Недавно. Вот. Вот. Мне кажется, я знаю, куда они пошли. И мы их там встретим. А может, и не встретим. Ну, в общем, ладно, отключаюсь и поехали с вороном дальше. Дела у нас, да, ворон? Ну, в общем, вы все поняли, да? Обвалилась, блин. Ну ладно. Ну ладно. В общем, отсюда из-за кустов лось всех и выскочили. И убежали, да, ворон? А едем мы фотоловушку с вороном забрать. До фотоловушки. Ну, 3 километра примерно. 2,5 точно. Может быть, конечно, они и попадут там в кадр. Но сомневаюсь, мне кажется, это другой лось. Не тот с 3-4 отростками. Увидел, уже за кусты забегали. Как бы выбежали так сюда в проушину и сразу же обратно налево. У нас снежок тут выпал. Но маленько стаял в первый же день. А так сейчас минус 10 где-то на ветру, на скорости, холоднее, борода у меня мерзнет. Так, ну не вижу. Убежали, значит, без остановки. Может, тут где-то тормознули. А нет. Жаль, конечно, в кадр не попали, не тормознули. Ну, может быть, еще сюда вернемся тогда. Да, ворон? Что ты скажешь? Кивает головой, говорит, да. Так, ладно. До этого момента у нас еще есть один лес, где лось может оказаться, другой. Вроде вон он стоит. Эх, ворон трясет, блин. Эх. Проскочил, короче. Вот это, по-моему, был 2,3 отростка, 3,4 отростка, который в фотоловушке у меня попадает. Это как раз тот лес, про который я сказал, заедем, и может быть там есть. Он тут был. Шумно сильно. Снег замерз, листья он крушат. Их убежал. Сколько-то секунд, да, ворон только попал. Этот еще трясет. Отвык у меня от всего. Ну ладно, насчет фотоловушки будет зверь.
В общем, фотоловушку забираем с вороном. И маршрут меняем. Хотели ехать в одном направлении, как лоси сейчас убежали. Но там загонщики кричат, а чтобы подарки им такие не сделать, сразу трех лосей, а может и больше. Поедем в противоположном направлении и сделаем круг. И домой. Как-то вот так вот. Вторая лиса за сегодня. На поле была, с поля прибежала. Мышковала, я поздно увидел, трава высокая. Спряталась. Убежала. Ну ладно, лисы есть, это хорошо. Будем мы их нынче добывать, пробовать. Стой. Да что ты? Стой! Мамка с тремя сигалетками, а там он еще на заднем плане стоят. Два, по-моему. Ворон, стой спокойно. Рогатик. Рогатик с ума сходит, кругами бегает. Да, про уши кто не узнал, где лосиха с лосятами предыдущим или... Ну, у нас в последних роликах бежала. Или в последнем, или в предпоследнем. А сейчас ее тут не оказалось. Вот так вот. Богатый лес, секретный лес.